В Таштыбском районе на реке Она продолжается спасательная операция. Сегодня спасатели обнаружили тело женщины. С утра в Таштыбский район вылетел вертолет с бойцами Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС на борту. Напомню, ЧП произошло накануне. Во время сплава туристы перевернулись на пороге «Максим» на катамаране. Туристы из Пензы и Московской области, их было шестеро. Одному мужчине удалось зацепиться за катамаран и выплыть на остров. Спустя почти сутки там его подобрали туристы из Саиногорска и доставили в визит-центр заповедника Хакасский. Он рассказал все спасателям. И сегодня утром стало известно, что к трассе Абаза-Ак-Довурак вышли еще трое мужчин и двое подростков. Все четверо сейчас находятся в визит-центре заповедника. В данный момент поиски последней туристки продолжаются. Утверждать, что обнаруженная погибшая женщина из этой группы, пока рано. Впереди еще процедура опознания. По результатам поиска найдена погибшая, которая передана сотрудникам полиции. Наземная группа будет продолжать поиск с использованием судна на воздушной подушке, поднимаясь от населенного пункта Большой Он в сторону порога Максим. Характерные места, где необходимо нам будет провести исследование и обследование заломов, мы зафиксировали на GPS-навигацию.